Всем привет, ребята, и сегодня я буду снимать видео с Лизой. Всем привет, сегодня будет видео «Было-не было». Вот. И на Лизином канале тоже оно есть. На мой канал мы сняли тоже такое же видео, ссылка на мой канал будет в описании, поэтому переходите и смотрите. И ставьте лайки, и также подписывайтесь на канал, потому что мы радуемся каждому подписчику, просто вот так радуемся лайкам и просто вот так радуемся подписчикам. Ну, то есть, вообще вот так. Если вы хотите вторую часть видео «Было, не было» на наших каналах, то пишите нам об этом в комментариях и под моим видео, и под Катиным видео. И тогда мы снимем вторую часть. А так, поехали! Было ли когда-нибудь такое, что ты хочешь сказать слово, и просто не помнишь, как оно правильно говорится, и не можешь вспомнить, и говоришь его только неправильно? Было такое. И у меня было такое. Мне кажется, это уже было очень многих, в общем, и... Конечно же, было. Было ли такое, что ты воровала деньги у родителей? Такого не было. Не было. У двоих не было. Да, не было. И теперь мой вопрос к людям. Давай. Было ли такое, что ты распускала сплетни про кого-нибудь? Не было такого. Было такое. Не было такого. Было такое. Не было такого. Было такое. Не было. Знаете, так прикольно, красный и голубым. Да. Дальше мой вопрос. Было ли такое, что ты падала с какой-то высоты? У меня такого не было. А у меня такое было. У меня шрамик. Вот. Теперь твой вопрос. Все. Воровали ли у тебя что-нибудь? У меня такого... Такое было. У меня такого было. Да. У меня тоже такое было. У меня было такое. Не было. Мне кажется, почти у всех было такое. А если у вас такое было, то пишите в комментариях. А если не было, то ставьте лайки на оба канала. Да. Вот такие вот у нас. А если у вас ни одного вопроса такого, как у нас, не было, то подписывайтесь на канал. Ну, и вы в любом случае подписывайтесь. Да, вы в любом случае подписывайтесь. И даже если были, даже если не были. Все равно подписывайтесь. Да. А кто сейчас вопрос задавал? Ты. А, ну ладно. Теперь я задаю. Задавай. Стоп, ты вопрос задавала. Так, теперь я задаю вопрос. Тебя когда-нибудь бесил какой-нибудь человек, и ты просто из своей вежливости не это слушала его? Не было такого. Понятно. А у тебя? У меня такое всегда было. Ну, с Лизой никогда такого не было. А вообще у меня такое было. Было ли у тебя такое, что ты приходишь в гости и, ну, как бы, и что-то делаешь такое не очень, и потом спрашивают, а кто это сделал, и ты просто молчишь, стоишь. А можно я не буду отвечать? Давай. У меня такого не было. Тебе легко говорить. Было у Кати, а мне не было. Стой! Было ли у тебя такое, что когда тебе рассказывают что-то важное, ты занята своими мыслями, и просто когда у тебя спрашивают, как тебе поступать в той или иной ситуации, ты молчишь и не понимаешь, о чем идет речь? У меня, да, было, но это очень редко бывает. Очень у меня очень редко. Часто это бывает. У меня очень редко бывает. И теперь ты, Лиза, понимаешь? Да, понимаю. Да. Потому что у нас это было. Да, у меня это было с Лизой. Каждый день такое бывает. Это по секретику. Это очень такое... Секретное. Да. Теперь мой вопрос. Да. Было ли у тебя такое, что у тебя рвались штаны или джинсы по швам? У меня такого не было. И таких два не было, не было. Не было. Было ли у тебя такое, когда ты ревновала кого-нибудь там к маме, к подруге? Было. Ой, было. Не было, ой, было. Такое часто бывает, очень часто. Да, очень часто. И пишите в комментариях, если у вас тоже такое бывает. То есть, ну, может, если кто-то не понял, как объяснила Катя, то есть, если там родители... Ну, даже если вот пришел какой-нибудь сестра к тебе, и просто мама начинает уделять ей внимание, и это уже вот так вот выглядит. Так. Да. Нет, это выглядит вот так. Неважно, как это выглядит. Было ли у тебя такое, что тебе мама сказала что-то сделать, а ты делала не то? У меня такого не было. Какая же Лиза хорошая. Лиза хорошая. Да, Лиза хорошая.
больше. А Катя плохая. Катя плохая. Катя умерла. Видео больше не будет, я захватила Катин канал. Пока. Пока-пока. Давайте оживим Катю и отстрелим ее оживляющей пулей. Да, ну. Да. Канал не захватен. Не захватен. Не захватен канал. Да, давай дальше. Кстати, сейчас была такая ситуация про мой вопрос. Не захватен. Не захватен. И видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. На оба канала. На оба канала. На оба канала. И всем пока-пока. Мы вас очень любим. 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 А также пока-пока. Напишите в комментариях, хотели бы видеть вы вторую часть на оба каналах. Ну, мы уже такое говорили. А также переходите по ссылке в описании на мой канал. А с Лизиного канала на мой канал. Да. Поэтому всем пока-пока. Пока.